Как, ну, Ну, а как прикинь. переводят древние тексты, Не, типа, ну да. прям Мне просто. реально? Не, я не доебываюсь. Я имею в виду то, что мне было бы интересно это вот вообще, ну, А! чтобы изучить, так скажем, вот посмотреть, как это все работает и так далее, да. Слушай, ну, насколько я понимаю, там О, у тебя идея... шмотки новые. Ага. Ага. Блять, мафиозник, а почему не розовый костюм? Чё, я не понял, что Цвет там не меняет. Блять, О, мне сила. дали ачивку сила Он, супернатурал. оказывается, блядь, настраивается в этом, во время загрузки там редактор А? персонажа, короче. Все, игра говно, короче, нельзя в розовом костюме щеголять. Мой вердикт. Блин, слушай, вообще на самом деле на эту тему, по-моему, есть какие-то лекции, ну такие научпоп, короче говоря, типа. Насколько я, Научпоп, да. насколько, ну, насколько я понимаю, там принцип в том, что, ну, типа, язык же, ну, старые языки, они же, ну, типа, не в отрыве от всего прочего, они же Ну куда-то да. эволюционировали, то есть какие-то племена там, допустим, были древние, потом они куда-то шли, там у них есть какие-то посты, ну, типа, как не родственники, не предки, а наоборот, как сказать. Ну я понял. Типа, да? Вот. И оно раскручивается как бы от более вот то, что современно нам. Вот типа вглубь веков, потому что там письменность где-то совпадает, что-то такое, то есть где-то там богов называли, одного и того же бога называли так и Ну эдак, типа, и да. мы знаем, что как его называли так, и встретив его изображение, грубо говоря, с подписью, с другой, мы понимаем, что вот эти символы означают вот то же самое, что мы знаем. Вот А у как-то меня оно. тут пиздец на парковке, прям Макс Пейн нахуй. Он такое сложное лицо еще делает, пиздец Да. вообще. Он такой, о, блин, рот открыл, закрой рот, сейчас эта галка влетит. Понял, толстый. Фух. Одел костюм уже дердить начал. Ну, видишь, он там от котлеты им дает, короче, так вот, Ёшкин его все матрешкин, блядь. уважают. Мне нравится, как он ему дал котлету денег, и он такой, типа, блядь, ты захватил новый рэкет. Вообще, такое ощущение, что рэкет захватил тебя скорее, потому что ты платишь. А мы знаем уже ответ на все на вопросы там, жизни и всего прочего. Нет, еще. Нам оракул нахуй, в смысле 42, блядь, все, оракул не нужен. Не, ну это да. Погоди, а что это за сатана там в него все вторгаться пытается? Это Это и типа. есть оракул. А нахера, то есть, типа, ну, в чем вообще сюжет игры, то есть, так вот, ну, я понял, Да что что чувак жил есть. на базе, там все было клево, а вот теперь-то зачем ему это, мозги Потому ебут? что он вмешивает. Наоборот, это, короче, не ему мозги ебут, а он неосознанно вторгается в сознание оракула в обратку. Это Погоди, потом объяснится. замесил он этого чувака в сортире, это как так вышло? Но то, что оракул использовал его, это как прокси своего. Тогда он над ним ритуал проводил. Кто хочет кого-нибудь, они там вот искали. Да, в принципе, есть типа какая-то супер древняя раса мега умных ублюдков. И вот и Оракул там должен найти ребенка, вот, который будет пророком, профитом, там, вот, и они должны будут узнать тайну типа бытия и так далее. Блять, хуя ты его месишь там, пиздец? Просто где деньги, да, рыбовские? You should be very afraid of this. All right, you win. I could put you out of business in a hurry. Understand? You'll get my payments every week. Да, смотри, если человек сценарист прям с козырей зашел, блядь, все, короче, великая, великая сила, великая ответственность создала мир, там, у вселенной, другие миры, в общем, блядь, все прям максимально серьезно. Да, мне типа в Лукасе вот эта хрома какая-то есть, это супер силы, которые ему дает. Он хромированный чувак. Да, он на Ян, а у этого Яндекс, да. Да.
Ну видишь, хром даже у нее это, видишь, когда ты ПТЕ делаешь, короче, там это цвета хрома, ты понял? А, ну да, 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 да. Это все мы играем за Google. Бля, пиздец, как ужасно. В Бенту соус я бы все балки эти собирал, бежал. Да. Есть нельзя. Блин, я нашел, ну вернее, меня натолкнули на довольно внезапно интересный исекай. Сейчас смотрю, не помню, как называется, блядь, даже я вообще не старался. Короче, блин, внезапно там отошли от формулы, что школьник попадает, типа, в другой мир. И типа такой, эй, я могу вещи делать. Кто там, работник? Нет, а там, короче, замута чуть поинтереснее, и она прям как-то немножко так свежо даже смотрится. Хотя хуй знает, на самом деле, в каких истекаях в общей массе такое тоже было. Короче, смысл в чем, что, типа, есть 30-летний такой, типа, лузер, короче, типа, естественно, девственник, чтобы прям по хардкору, и такой хика, да, который, типа, вот он, типа, вообще не выходит из дома. Ну, да, да, в общем, максимально унылый тип, прям максимально. И, короче, его сбивает автобус. Так. И он попадает. Там, где он ребенок, типа, в семье, да, да, и начинает шарить и так далее. Да, да, да. И он перерождается, причем с нуля, как бы, ну. До самого детства там прям. Да, да, да. Блин, это прикольно вообще замута, потому что, ну, наконец-то, типа, персонаж не просто вот как он был, типа, и он хуяк, типа, в другом мире. Вот. А то, что он здесь хотя бы проходит какой-то путь, ну как бы. Ну да. И, скажем так, прогресс его обилок растет не просто с нихуя, как бы вот на тебе. Вот. А типа он там тренится по хардкору, короче, и всякое такое дерьмо. И сама история там, ну я сейчас вот досматриваю первый сезон. Ну, история такая, ну. Любопытное, то есть это такое, типа, тоже оно, походу, вываливается в какое-то, знаешь, типа, ну, роуд-муви, наверное. Что-то типа, знаешь, как, ну, не роуд-муви, а типа как в Аватаре, да, ну это, в принципе, роуд-муви, да, то есть когда персонажи куда-то прутся, то есть их закидывает в итоге, он там, ну, сначала живет там в своей семье, там тудым-сюдым, потом случается какой-то армагездец, его закидывает вообще там на вражескую территорию. Ну, типа, там живут какие-то люди, которых никто не любит, и была война там 100-500 лет назад, короче, и с тех пор, короче, все считают, что это там говнари какие-то живут, а на самом деле они вроде как не совсем говнари, оказывается, и вот, блядь, он такой, типа, блядь, нихуя себе вот этот поворот. В общем, да, ну, так, любопытненько. Хотя, конечно, определенные иссякайные штампы там, да, там. Ну, конечно. Ой, блин, первый чувак, который сам заплатил, ну... которую не пришлось убеждать, короче, пиздить. Нормально. Успешный переговор, у тебя речь прокачалась. Ну, возможно, интеллект все-таки как-то вырафляет. Но у меня, правда, один всего пункт, но там, видимо, с каким-то шансом, короче. Возможно, если качать лучше, то вообще не придется никому рожу бить. Короче, за этим ребенком, который пророчество должен, так сказать, получается, гоняется вот эта древняя раса майя и еще какие-то ебучие инопланетяне. Бля, человека-сценариста нельзя допускать в мистике вообще. Ну, я говорю, да, да. Он не может чуть-чуть, понимаешь, вот прям вот... Да, он просто такой, а теперь у нас там планета пиздится, грубо говоря. Да, 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 мне кажется, он, знаешь, вот, мне кажется, мог бы, я вообще не шарю, но мне кажется, он мог бы сделать спокойную игру в сеттинге какого-нибудь, блядь, Dragon Ball или что-то, знаешь, ну, типа, мне кажется, ну, там же эпичность, как бы, да, там... Ну да, ну понимаешь, даже там все логичнее, чем у этого урода. Пизду, там все герои будут орать over 9000 и двигать планеты, и там будут пришельцы, роботы, инопланетяне, инопришельцы, и древние майя, и, короче, это, блядь, Нибиру там какой-нибудь прилетит, блядь, целиком на Землю. Вот, в общем. Блядь, он просто неудержимый, он прям...
ебашит на все деньги вообще сюжета. Тут, кстати, косяк был в переводе, я помню. Потому что это, когда этот Hello, my son говорит, он голосом Гланца говорит, ну здравствуй, а потом этот вырубается. Где, а почему Филимонов? Говорит, а почему он говорит Hello, my son? А потому что к нему пришел Оракул. Нам это лицо Оракула показывает. Так, где телефон? А, вот он. Зеленый комп вообще прям. Угу. Привет, Матрица. Я даже не Матрица. Fallout. Fallout, да. Он еще выпуклый же. Лоскоу. О, стоп, мне показалось или... А чё это там, это за артефакты такие на батарее, блин, там текстура глючит, я вижу. Как будто она блестит, блядь. Видишь? Вижу. Отопление в Это рождественская батарея. Я у неё возьму это и покончу с собой. Да погоди ты. Да. Блин. А вниз не хочешь спуститься, попробуй? Статуя свободы там. Сейчас. По-любому бонусный карточка где-то. Нет? Окей. What are you doing, блядь? Сейчас тут это... извращенная сцена. Смотрел я в интернете полную карту. На самом деле там ничего трудного. Там райончики довольно небольшие. Там между ними дороги иногда бывают довольно длинные. Пару минут. То есть их можно запомнить райончик. Ну да. В них сложно заблудиться. Блин, а вот они как искали эту комнату? То есть, как долбоёбы. Это пиздец же, да? То есть они бежали к этой комнате, но они же очевидно смотрели на соседние номера. И как они... Мысли, Ром. Вот это что ли? А, окей. Моши-моши, нак-нак. А он-то откуда взялся тут? Из шкафа, что ли, выпрыгнула, что-то вообще? Как она его не пристрелила? Ну, даже тогда, да, окей. Смотри, Человек-паук. Воу. Да что он там держался, я хуй знает. Это так звонит вот этот телефон, Сириус. А, ну хотя. Нет. Вот. Нет. Ой, у трубки нету это. О, да. I think you're gonna like this. All right, hand it over. Какой-то бомж медикаменты продает, нормально. Он тебе сейчас расскажет. Что надо. Ну хотя бы ты теперь прилично выглядишь. Ну да. А то в подтяжках бегал. Можно объяснить этот сюжет. Ты поднялся, ну, да. Прикупил. Ну. Это РП, я понял. Ага. Блядь, как перевести фанфэйр? Фэйр? Фанфэр, а, фанфэры, но ярмарка это типа как? Почему? Фанфэр, ну... Куилкас. Ты не Тиффани, да? А, да. Этот бомжара уже был, да.
А, да, это третья сторона. Плашные бомжи. Да. Этот бомж, он лидер там людей, которые пытаются найти ребенка еще. Я вспомнил. А он... А можно просто сдаться тем чувакам, которые предложат больше побывать? Типа, чувак, ты вообще на расхват, я смотрю. Да, ну тут три концовки еще. А, понял. Можно любую выбрать. А что они должны сделать в конечном счете? То есть он что там, типа, блядь, какую-то мудрость на всех должен скинуть или что-то? Но для человека, который услышит его, да, он типа мега там оверпаверный станет, так скажем. Это он будет вообще может править всем и все. Кто? Вот это пацан про этот наш главный герой или. Ну, он может стать, да, таким человеком, который там вот услышит, что ему скажет, да, вот ребенок, пророк вот этот. И он, типа, это станет там обладателем знания, который может перевернуть весь мир, короче, с ног на голову. Так, а чуваки, которые за ним гоняются, они с этого какой профит хотят получить? Ну, те бессмертие хотят получить это и так далее. Тим вот Дезмонд в конце концов стал. А инопланетяне за истребление человечества. А как они? Ну, то есть, ну, как они хотят это, то есть они понимают, типа, ну вот у нас есть главгер, который там потенциальный, там, вообще лютый чувак, а, ну, хорошо, а с чего остальные-то, как, он передать что-то может, что ли, ничего? То есть как они-то хотят примазаться к его оверскиллам там? А, ну, это, да, в смысле, каким оверскиллам-то, о чем? Не, они не за нами гоняются. А за кем они гоняются? Есть тут ребенок, девчонка, это она пророк, они все за ней гоняются. А. Да, мелкая там, это она у нас в видениях пару раз появлялась. И нам объяснили то, что это дитя, пророк, которая вот как раз это в один момент пизданет такую хуйту, что ты охуеешь, короче. Это будет знание, которое даст, ну, вот тебе власть там вот над всем на свете, грубо говоря. Ну, девчонки даст. Не, девчонки тому, кто ее услышит. Тому, кто ее слушать будет, поэтому гонка и происходит. Все. То, что и майя хотят, это и люди хотят, и инопланетяне эти идущие какие-то. Блять! Блять, у меня лучше. Рассказал My Story Ends. Официально это назвали самоубийством, ну да. Намного сложнее, чем кажется. Блять, давай иди быстрее, сучий потрох. Напоминаю, я, блядь, играю на изи. Ебучий кейдж. У тебя там человек-сосед, что ли? У меня человек-сосед просто, бля, ебашит. А, это у тебя сверло было? Я думал, у меня, блядь, машина выпрыгнула. Погоди. Настолько мощно слышно, что подумал, что это выступит дома. Все круто. Не, у меня человек-сосед затеял ремонт, и что-то он, блядь, никак не закончится. Вяло текущий, видно. Минус 95. Ну да, умирать не весело. Убили. Газку, газку, Атич, давай, газку, ага. Погнали.
Это на самом деле было очень аутентично, потому что я в машине врезался в тот раз, пиздец, она должна была так же свихтеть примерно. Нормально. Бля. Еще ближе подошел. Он бурит ко мне, походу. Это Шварценеггер, да? Это Уормс. Это Уормс по ядерной лампе. Бля, вот на озвучку что надо ставить, да? Блин, пиздец. Не-не, не паяльный, а этот самый отбойный молоток. Когда рощит, то тот прям вообще. Оно. О, господи, это что за пиздюки? Это типа Лукас и Маркус. Это самый флешбэк. Ну да. Ну, короче, это вот здесь наш главгерой, это он сейчас Гэндальфа, так скажем, это играет. Потому что вот он сейчас был сильный вполне себе, да? И сдох. Ага. Его убили. Но он сейчас резница, блядь, и будет раз 10 сильнее, нахуй, за это. Блядь. Ты знаешь, такое ощущение... Да о, Боярский! Ты Боярский теперь, каналер! О, блин. Давай, тысячу чертей, блядь. Дядя такой, щенёк! Отдавай, хач! Так, короче, так. Нас как раз вот эти инопланетяне и резнут, потому что про инопланетян мы еще есть. Ну, там даже не инопланетяне, там какой-то нахуй искусственный интеллект, что ли, что-то такое, короче. Охуеть. Да, ну как что-то техническое, мистическое, это от Ранах какой-то, короче, там, блядь. Блин, мне кажется, Кейдж, он, блядь, фанфики какие-то писал или что-то он такое. Мудак. Ну, типа, вот уровень построения сюжета это какой-то ебучий фанфик. Да, короче, это, ну вот в итоге нас грохнули, да, а эти, они нас помогут нам резнуться. Зачем? Нахуя? Потому что про них мы не в курсе, а по этим ублюдкам из Мая мы мешаем. Просто вам надо найти ребенка. Отвлекаем их. А пока они могут искать, продолжать беспаливать. Значит, логично тебе. Ну ладно, допустим. Хотя наличие инопланетян, мне кажется, это, знаешь, это хуже. Да, но это я не помню, надо... Вот дойдем, вспомнил это, инопланетяне это, блядь, или там все-таки это технологическая какая-то хуета. Ну, может, из космоса. В этой игре не хватает путешествий во времени. Да мне вот. Ну, это... Не, ну, флешбэк не считает, надо, чтобы именно путешествие во времени. Чтобы Лукаса убили, но в последний момент он отправился в прошлое, чтобы все починить. Блять, fucking стелс. Блять, человек, хватит. Не-не-не-не-не-не-не. Ух, ё, да ладно, это работает так, окей. Господи, почему здесь немцы какие-то? Так это, нет, не немцы, мы даже на военной базе живем. У них каски такие прям. Здравствуй, Марио. Это, да, Купер. Панцирь на голове. Он, это разве Купер? Нет, там как другое название, по-моему. Разве? Ну, Купер это, по-моему, уж черепахи, не? Ну да, но я про панцирь говорю, у него на башке вместо шлема типа панцирь. Не-не-не, а вот эти черные. А, черные, сейчас надо посмотреть. Я не помню, как их зовут, а они все... Я говорю, в детстве, все, вот в моей тусовке, как бы, все их звали фрицами. Они реально фрицевские каски нам напоминали. Ну да, нацисты там. Это. Ага. Вот и у него такая же прям котелок. Ебать палево, и главное, насрать, как не заметили. А типа двигаться нельзя, что ли, или... Не знаю, по идее должны были... Блять, ты грязный урод! Он уже тормозил. Нет! Блин, зачем кредит надо пиздец? А, тут можно вроде вот так. Блин, а почему черная баба вообще чем-то рулит и что не так? Я так и думаю, блядь, где? У нее какое-то заведение какое-то, она решает вопросы, что. Внезапно. Мне кажется, это те годы, где еще как бы такого не должно было быть.
Может, она для прикрытия, типа. Может, она по приколу. Я не такая, как все. Где рэкетит, блин? Прячемся, чувак, прячемся. А вот. Who? The Corleones are looking to share in the action. What's that worth to you? I'll take it. Here's hoping for a peaceful and profitable friendship. О господи, Филинов решил постримить прототип. Вообще скатился куда-то. Я стримил прототип. Да, Борн. Ну ты-то давно уже с тобой все понятно. Да. А Филинов-то все. Ненавижу эти скорости, блядь. Я и второй прототип стримил. Ой. Причем сначала второй прошел, а потом первый. Из озвучки пошел. Да. Прототип стримит. Там веселая озвучка. Нет, ты не понял. Твой любимый актер ушел, прототип стрим. Актер озвучки. Филимонов? Ага. Это было бы нормально вообще. Да блин, я уже не жал, блин, сучий. Мне брат подставил. Не брат ты мне, гнида очкастая. Его и Филимонов, кстати, ведь озвучивает, сука. Маленького Филимонова пытаюсь, блин, вывести. Из себя. За границу, блядь. Чтобы расстрелять его там, потому что там законно. Пройдусь по переулку, нейтральные воды. Там кто-нибудь оружие продает или что-то тут не недавно же была новость, что типа Моргенштерна Альфа-банк взял сотрудники. Альфа-банк, что ли? Да, да, да. А я сказал. Альфа-панк мне показал. Альфа-панк. Ну они, да, они, видимо, пытались быть альфа-панком, короче. Вот. И их пресс-служба тогда задвинула, что все, короче, мы все, да, Моргенштерн, типа, у нас в сотрудниках будет ходить в офис, короче, делать дела и, в общем, все серьезно. Короче, хуяк, блядь, внезапно. Управление по контролю за оборотом наркотиков в Москве возбудило административное дело на Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Альфа-банк такой. Новость о том, что наш сотрудник это не более чем рекламный ход. Он не является нашим сотрудником, сообщили РБК в пресс-службе банка. Блядь, так слились прям. Прекрасно. Блин, надеюсь, чекпоинт-то был хотя бы какой-нибудь. Ох, да. Так. А, да. Да, стреляй, блин. У тебя, чувак, я тоже смотрю, бежит, из него кровища хлещет, чтобы похуй просто, как, блядь. Дюжик какой-то бежит. У него пальто и шапка. Ну да. Бронированные, судя по всему. Так, а если я через ангар полезу, вот этот можно пройти вот так? Ну серьезно, да посмотри, ну вы же под ним бы спокойно шли, вообще похуй был бы, никто бы вас не спалил. Да. Yeah. В смысле, он спиной стоял, мне показалось. Ну ладно. Блин,
Сейчас отражение дома, мужик стоит за углом. Прекрасно. Враг в отражении, так вот как ты выглядишь. Блять, враг в отражении, нахуй. Кто нахуй там придумывает эти подзаголовки, которые нет, блять. Вообще, блять, это знаешь, это, оно же еще и звучит тупо, блять. Враг в отражении, вот типа, вот это как вообще? Враг, блять, в отражении. Враг. Да хуй знает, ну типа сам себе враг то, что. Хуй пойми. Вот так могу делать. Так. А почему здесь? Я не могу там. Куда они вылезли? В смысле, он спиной был? Ты тут булщит какой-то, факер. You look half dead. Need some help? Так. Попробуем тогда все-таки здесь как-то пройти, что ли, а хуй знает. Может быть, я действительно этого отвлеку. Хуякс. От чего? Что? Да не стучи ты, блядь. Шо нахуй такой постучал, как вот это. Хочешь постучи? Так, окей. Don't move, I'll fucking come. На земле? Просто он тебе в присядку так ходит. Можно хуем побить. I'm not a violent man. Да, а, блин, на свет попал, Дэн. О, Господи, ты ему уши оторвёшь. А, нет, его не за уши взял. Так, сейчас, а если... из-за обоих надо это сделать. Гангста, да, блять? Блин, какие ж текстуры в этой газет, блин, когда вблизи их видишь. А, не так надо, бля, а какая разница, он все равно, блин, спалит меня даже, ладно, тупо. Я здесь отсюда хотел, ну да. Так.
Нормально, ты от револьвер прокачался на выстрел всех. Полезли, блядь, на столб ебучий. There's guys out there that would love to run you out of business. I can protect you. Go find another sucker. I don't like your kind. Wait, tell me your offer. Look what you've done. When I'm through here, it'll take a year to put the place back together. Fine, I'll help you out. Пиздец. В смысле, а? Блять, да угадаю опять. А, не, ладно, окей, сюда хотя бы. Я. Поливайте, ребятки. Блять, очень странно, не сделали этот свет нахуй от столбов. Самый гладкий, блять, столб нахуй. Ну, блин, у Quantic Dream вообще как бы, ну, графони не сильная сторона. Нет, ни разу вообще. И анимация лиц тоже зачастую. Ну вот дизайн локации они умеют. Когда захотят, прям. Типа да. Я почти добрался, блядь. Сейчас узнаю нахуй, что внутри. А внутри Харрисон Форд, и мы возьмем у него интервью. Пошел нахер. Так, а тут... А, окей, здесь не кодовый даже замок, здесь просто... Блять, круто. Врата в Дум, блин. Музыка изменю. Ну точнее, не изменю, а выбора профиля. Самого Эдника Никсон повторок. Не смогли сделать отдельный трек. Да, ну здесь этот, который Twin Peaks записал саундтрек. Ламенти там какой-то, вот это я забыл. Лаврентий. Иннокентий. Вообще вот не понимаю, зачем они здесь сделали QTE, потому что они пиздец медленные. И нахуй не нужны они, ни на что не влияют. В смысле, их можно завалить? Ну, не знаю насчет этого. А попробуй, что произойдет. Не, не хочу. Не, в лом тут очень длинные они просто, понимаешь? Ты в самом начале переигрывать недолго. Да, а, нет, тут такая короткая была. Ну ладно, хер с ним. Просто это тупо, как минимум. Когда я получил звонок, мой ППС просел, блядь, до двух, походу. Все, подохла тянка Лукаса. Сейчас сначала на карточке проверку. Ты чё, барка? Есть, может, я не есть. Чё это там? Жизнь? Нет, не жизнь. Ну, там венок, короче, бежал. What do you want? Lots of blood and knives here. Get the picture. I'll do what you want. Ну, а теперь он прям в Киану Ривза сейчас превратится. Ай. Ой. Блять, сука.
6 налетели со всех сторон. You looking for a little treatment? Вот, кстати, да, вот это вот, внимание все-таки небольшое к деталям. Это я просто когда увидел, что Лукас пришел на кладбище к Карли этой, я такой сижу, думаю, бля, а ничего, баг произошел, у него пар изо рта, типа, не идет, когда он разговаривает, дышит, а у него постоянно. И она такая, блядь, у него, типа, пар изо рта не идет, это странно. То есть, это, ну, с ним что-то не так, короче. Он мертв. Просто тот эпизод Кубрик снимал. Майский оракул. А я апрельский. Кудахтул, блядь, я не знаю. Игра в кудахтул. Оранжевый клан, что это за оранжевый клан? А, ну да. Блять, сосед тоже. Да-да. Все на него сваливать теперь можно. Да, сосед. Я так как это, чуваку эту свою другану пишу, так это что это, блять, как же охуенно жить одному, там вот стеришь с открытой дверью, типа, блять. Это он такой, да, этот тип тоже любил сигаретку зажжешь, слушаешь, птички поют, а говорит, птички мрут нахуй, блять. Ну, вообще там реально погода вообще хорошо начинает так раскочегариваться приятно. Yeah. У тебя там античтожен теплеет уже? Ну, такое. Сегодня вообще весь день пасмурно. Но уже давно за плюс. Но теперь он бодас, потому что он бессмертный, по-хорошему. Где? Это кто? Где? Это мужик. Это Лукас. Блядь, причем он не похож на себя вообще. Ну, потому что у него и щетина больше выросла, это и седина на висках появилась. Говорю, он прям больше на Киану Ривза стал похож. Еще и умер. И воскрес. Киану Ривз. Иисус. Абсолютно. А чё, блядь, чё за кутаешки? Они зачем? Сейчас, вот. You should focus on running a restaurant. Let me focus on safety. Time. Uh-huh. Graham, I ain't scared of you. Please, have mercy. Но в мыслях часто подсказки какие-нибудь бывают, это что выбирать дальше. Ну и плюс на то, как отреагирует персонаж, там это на твое предложение. Может отказаться, если ты завалил КТЕ там. Get ready. Это типа, знаешь, я вот так это сделал, это, ну, тик-тик, ну, КТЕ, это когда они должно было бы какое-то крутое рукопожатие при этом. Что это гимоброс с тобой? Ну взял, у нас с тобой уже свое братское рука. Блять, как же он теперь меня в этом костюме пугает, Анти еще реально такой боярский стал. Я не знаю, почему он когда орет. Анимация лица это. Тысяча чертей. Да, две. Too
gonna smuggle in this of my patients are still alive. You're all fixed. Don't worry. Mum's the word, right? And yeah. Out of the car. А так внешний вид-то еще поменялся, он там долгое время же вообще на улице где-то шел. Ну да, он как-то бомжевал конкретно. Да, похудел. Я помню, у меня был какой-то фильм, я вот так и не смотрел, это назывался «Адское такси». Интересно, что там за трэш какой-то, небось. А спим мы, конечно, уже у Карлы. Уже из-за прилавка. Ковер за это какой крутой там. No one runs a casino in this town without paying tribute to the Don. Got it? I don't deal with Corleone's Mac. Fucking bitch пришла. Что ты не имеешь дел, блин? Ты чё, блин? Бессмертный. Че я тебя поимею, да? Да я не слышу.
все эти карточки. Вряд ли, конечно. Cripple you if I have to. Okay, you're the winner, buddy. Just lay off me, all right? Тоже 55 штук стоит точка сохранения. Фига себе, что дороже? На 15к. Не, а почему она дороже? А хер его знает, может из района какого-то особенного. Так, а где Карл? А, вон. То есть, сука вообще поставила нас перед выбором, типа, либо я съебываю без тебя, либо я съебываю с тобой. При этом через час будет поезд, а вещи тебе собрать не дам даже никакие. Грустно, да? Вообще. А он что теперь прям вообще бессмертный какой-то стал? Да, черт, я и говорю, он бессмертный. Интересно. Я могу. Откуда? Надо было замаскироваться под монашку сначала. Да, блин, я нажал на себе. Нет, это не она точно. Блин, еще анимации эти долгие, пиздец. Так, я не помню, где-то в конце как будто она вообще вот, чуть ли не здесь. Да, блин. Нет. Мне надо нравится, что дети вообще никак не реагируют, потому что не мужик ага. Какой-то заходит в комнату, они сидят просто, как будто все в трансе ебучем. Точно не она, слишком счастливая. Йо, ты готов делать бизнес сейчас? Не, я не думаю, что. Последнюю вот эту проверю на всякий случай сразу. Такое ощущение, что она... Да, вот она. У тебя тут карточек нет, бро? Еще один такой. Упаковки. Да, блин. Это ты, я знаю. Все, пошли. Приходит взрослый мужик, говорит, ты ребенок. 12-летняя девочка приходит, мужик в бинтах, говорит, я видел тебя в своих снах, берет тебя на руки и уносит твои действия. А, мне нужен взрослый, а ей похуй вообще. Харви обзавидовался. Да, такая, вот сейчас такие игры делали. Ну где же посылка? Мне скелет нафиг не нужен. Второй. Mm-hmm.
Блять, вот в этой сцене должно просто появиться FBI, вот реально. Оно было должно быть как FBI прилететь, знаешь, как. Да, да, да. Было бы прям в тему. Don't make me kill you. Нет времени играться с тобой, я хочу играться с ней. Блять. Не, сейчас драгонбол начнется на крыше. Pay the Corleones, or you'll end up like the catch of the day. Got it? Don't hurt me, I'll pay. Прости, крошка, но надо драться без оружия. Это бы я пользовался как битой. А зачем он вообще в церковь ходил, типа, ну этот пророк, оракул, в смысле, если он телепортировался, может. Почему он не телепортировался сразу к ней? Блять, чё он какой? Сука, деревянный. Другого вообще целев. Кейдж такой, типа, бля, помню, когда в Матрице было. Или ещё это... Или это ещё не было, погоди. Не, было, было. Третья Матрица успела выиграть? Да, уже вышла. Она в 2003 же что-то вышла, или что-то такое, а это 2005-го. Блять, ну я только не понял, а почему оракула немного, его должно быть 1000 оракулов, тогда было бы нормально. Оракул один всегда. Он должен размножиться, как Смит, иначе не канал. Здесь мы к китайскому, там, это владельцу библиотеки приходили, и с ним есть это, можно купить альтернативная сцена, типа, ну, шуточная, где он создает там 4 клонов своих, это и пиздит черного детектива этого. Блять. Еще есть вопросы Игоря после этого? Блять, как это плохо. Плохо, да? Нет, знаешь, я причем понимаю, что сцена, ну, в принципе, должна быть крутая. И да. Она как будто бы, ну, ее как будто бы можно сделать крутой, но что-то в ней такое неуловимо неправильное, из-за чего она смотрится очень позорно. А тут модельки, они передергиваются часто из-за того, что они в другие позы встают резко. Ракурс резко меняется постоянно. Да, да, трясущаяся камера, вот что здесь да, очень да. Еще плохо. Она такая... Короче, вот операторская работа, я бы сказал, это так. Да. И хореография. Установка кадра, да. Да. А тут уже motion capture использовался. Ну понятно, они вот вручную анимируют, задрались. Ну, наверное, просто motion capture был просто их, ну, сама технология довольно херовая была. Ну да. Да, они еще не освоили, может. Ага. Ну и PS2 ограничения тоже все-таки по анимации имеет. Ну, кстати, тут я не уверен. Есть ли какие-то именно как у платформы ограничения? То есть, ну, типа... движок, так скажем, тогда. Ну да, вот это может быть. Блять, вообще. Не, ну это же рофл. Ну это же просто рофл, блять. Чувак, боксирующий с кирпичами. Ну да. Че? Суки, блять, еще. Хватит делать серьезное лицо, блять. Ой, такое лицо тоже не надо, пожалуйста, делать. Это чувак из Сталкера. Ну, короче, с камерой прочее очень плохо здесь. Да. Оно очень такое, как-то... Ну, вот это самый пиздец, смотри! Блять! Вспомнил просто это дерьмо. Ой-о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 й-
В смысле фейл? Ну, ты дал схватить себя за пупок, блядь. Блин, это все заново. Пиздец. Ну, класс, клево, клево, заебись, я хочу это еще раз смотреть. Да еще глотну, Слушай, погоди, а в чем тут смысл с жизни, напомню, если тут все равно есть continue from last save? Типа-то оно... Это попыток тебе дает сколько. Ты можешь заложить QTE, но сцена продолжится. Да, а так переигрывать приходится. Окей. Давай, погнали. О, бля! Это Mortal Kombat 4, да? А, да. Бля, всегда бы озвучку, не-не-не, я боюсь такой.
блядь, надо монтировать, я считаю. Эта сцена просто, блядь, достойна. Да. Вообще моргать нельзя, нахуй. Ты стесняешься? Еще мигает все вот. Ага. А мне еще за КТЕ следить во время, блин, этого дерьма мигать начинает, пиздец. Скорее бы на боку уже эта сцена опять началась. Мне кажется, если бы у Дума был бы такой еблет, как у этого Оракула, то ему бы маска даже не нужна была бы, знаешь, он типа. Он так у него такой есть лицом. Еблет под маской же. А, да? Лол. Ну да, у него там шрам уже безусловный и так не, далее. Не, просто у него же еще рот такой, это, ну, такой ну, это открытый да, да, в маске. Да, 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 и да, типа да. Он тут он должен с таким же ртом, блядь. На-на-на-на-на-на-на. Просто еще музыка вот. Ладушки, ладушки. Звуки вот эти, вот как я Dragon Ball вот скинул, вот это вот надо подставить туда, там. И звуки вот эти, блядь. Там шлепают кого-то. Блять. Ох. Луни Тюнс. Там сейчас блинчик такой вылезет оттуда. Ковали надо было. О, босс вертолёт. Два босс вертолёта. Чего реально вылез оттуда? Швыряй в вертолёт. Швыряй ребёнка в вертолёт. Беги по лопастям, чувак. Ты сможешь. Оу. Допустим. Да-да-да-да-да. Там вот так он и держался, там он Человек-паук теперь еще. И по стенам он бегать может, там, блядь. И прыгать он там может, блядь. А народ вертолет начал вахуй вообще. А, он теперь исчез уже. А он сразу не мог этого сделать? Он превысил звуковой барьер, видимо, я не знаю. Не. Ну вот сейчас мы выясним, короче, что Агата это как раз технологии вот эти, про которые я говорил. А, которые пришельцы или что-то. Да, 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 да.
Поэтому они помогали нам там, это наставляя нас и так далее. Но теперь дитя у нас, поэтому... Тут можно выбрать уже концовку, кстати говоря, будет. Только я не уверен, не нужно ли будет перепроходить всю игру после этого, если я выберу эту концовку. Все, будем технологиям отдавать ребенка пробовать. Да, конечно, пришельцы или хай-тек однохуйственно круто. Ну вот, да, ответ на все вопросы, короче. Хё, там тебя подергало. Пиздец, блядь, обложили. Пиздец. Слышал вот это? Ну что это такое? Я эксепт, окей. Короче, это типа мои мысли пытались прочитать, а там механические такие помехи такие вот эти. Пи-пи-пу-пу. Потому что она R2D2. Зачем ты это все сказал? Типа. Это все, конечно, очень круто. Я, если. А, или мне не надо добраться сопротивляться, чтобы это произошло, наверное, все-таки. Да, ну окей. Screw you! I don't work for nobody. То есть это даже не конца. Не, погоди, стоп. Значит, надо. Значит, надо то есть... сопротивляться, что ли, надо все-таки, да, видимо. Надеюсь, не с драки на крыше же, блядь, сюда заспавнят. А, вот, вот все прямо отсюда. Ну окей, допустим. Ёбаный в рот. Погоди, а что происходит тогда? Надо было рефьюз, что ли, выбрать, что ли, все-таки? Я не понимаю, блядь. Ну, допустим. Странно, я... Окей, видимо, я проебал эту концовку. Надо было рефьюз там тогда выбрать, видимо. Да я забыл уже, блин, столько лет назад это было. А типа можно было концовку получить сразу? Ну да, да, здесь уже концовка произошла бы. Ну именно, что концовка. Угу. Ну странно как-то. Да, да, я говорю, здесь... Да, здесь просто очень ебануто как-то сделано все.
Ну, по идее, ну девку-то они получили ж, по идее. Ну, по идее, да, но он тоже, видишь, упрыгал куда-то, непонятно. Ну, худость. Ну, да. Пока он не стусить будет, может, всякий разговор на один бар. Карточка. Но мы все равно на финишной прямой уже. Как ты меня находишь? Мэн. Окей. О, Маркус. То есть, да, ты он встретил таких же ебанутых, как его брат, и такой, теперь я знаю, что ты не сумасшедший. Ага. Теперь дай верь какого-то хера. Ёптона, кого ты... Причем эти чуваки еще более маргинально выглядят, чем собственно. Ну, да, вонючие пришли. О, жизнь. Какая... О, даже две жизни аж нашел. Нифига себе. Так, тут что-то я помню. Во, да. А, потом надо будет это радио включать, точно. Ну ладно, поговорим с дядькой. Дядька. Ну, я пришел уроски. Ко мне пришли бомжи, звучали очень убедительно. У них был охуенный голос. Наверное, это было правильно. Да. Так, или мне с Карлой поговорить сначала. Я не понимаю, с кем мне... Я же с ним должен, по идее, поговорить. Или мне сесть рядом с ним надо. А, ну да. Дядь, вот я вот о чем говорю. Когда прям перед носом у них находится действие, они его не видят. А, блядь, сука, окей, появился у лавочки. I want this bar to be run for the Corleones, see? No need to get rough. I'm in. Бомжи, они на самом деле охуенные, там это, они следят за тем, чтобы тьма там всякая не просачивалась к нам. Фиолетовый клан какой-то. Угу. 80-е появился. То есть это к Терминатору отсылка, что ли? Наверное. Ну, искусственный интеллект, все дела. Что ты знаешь о Google Chrome? Чакра, хуякра, короче, да. Ки-чи. Это сила, Люк. Короче, убийства, ритуалы все были сделаны, чтобы ребенка найти там, это ага. Чтобы прикоснуться к какой-то там, блядь, волне нахуй. Ну да. Но вы уже нашли, расслабьтесь. Да. Я отдал ее Скайнету. На гитхабе валяется. Скачать можно. Виста, блядь? Винда, что ли, новая? Вишита. Артефакт,
10 тысяч лет, короче, будет. Без там вообще все что угодно творить, чувак. You can't cut flowers with a broken arm, capiche? Okay, okay, whatever you want, I'll do it. А, блин, окей. Да говорю, вот, блин. Первая половина игры такая охуенная, блин. А потом... Потом прорвало его, блин. Когда пришло время объяснять все вот это... И да он переборщил, что усилил всех до неимоверных возможностей вообще. До этого все приземленно так было, более к реализму как-то. То, что да, есть оракул, это у Лукаса чуть-чуть там силы пробудились какие-то. Окей, по чуть-чуть вот так все. А не то, что там в итоге, да, это... Я сейчас планету мизинцем там это распуяли. О, можно из калаша заделиться. Ну нет. Это баба. Я помню, тут радио, можно это починить. Up. Да, вот и батарейки. Леон. Лайон. Лев. Батарейки лев. Так, и мне там нужна какая-то это, типа вешалка или пруд там какой-то, я помню. Так. Ну типа антенну она из нее сделает. Или там телек старый будет, и я у него антенну спишу. Блин, тут камера встрата еще. А, вот, что это тут? Где? Да, блядь. Еще давай. Let's get this over with. For a few bucks? Ну, охуеть, сами смастерили все это дерьмо. No, I won't pay a thing. А тут Лукас уже вовсю валяется такой. Но сначала радио. О, можно погреться. Don't fuck with me. Don't make me twist your arm. I might break it off. You messing with me? With me? Son of a... Ну все, хорош, вставай, я понял, что ты погрелась. Делай из него бифштекс. Как бы не убить его. Упертый. Сюда. Read my lips. Your club ain't worth spit if you're dead. Got it? Don't hurt me, I'll pay. А женщин тут также можно это выбивать из них деньги? Ну да, из всех. А, окей.
толерантная игра. Слава богу. У всех равные права. Прогноз погоды. Так, ну ладно, Лукас, время трахаться. Но. Но эта сцена уже не интерактивная вроде будет. It's time. Вот из ниоткуда нахуй. Любовь. Он мертв. Ой, сосы. Он ледяной, блин, нахрен это. Она же там сдохнуть должна. Он мертвый, холодный, и у нее не должен стоять вообще, как бы. Ну да. The sooner you leave, the Corleone family wants to be your friend for a small price. Never. Она получает некрофилию за кучу. Ну да. Бля, пиздец. Don't make me hurt you. I don't want to hurt you more than I have to. You afraid? You should be. Этой сцене нужен ремастер. Нет, этой игре не нужен ремастер. Ну, игре не нужен, а сцене нужен. А, чисто сцене. Ну, потому что вообще очень плохо смотрится. Ну, да. Тыщ. Стелс. Звуки. Что? Китайские майнеры массово скупают SSD для добычи новой криптовалюты. Блять, сука. Да. Все, короче, нихуя уже купить скоро будет, ничего нельзя, блять. Сейчас есть, буду... А как на жестких дисках они собираются? Это что, рудник с полезными ископаемыми, что ли, там, или что? Откуда там новый криптовалют? Не знаю, достали какую-то херню. Майнить на SSD. Видюх не будет, хардов не будет. Пидоров поглажи. Okay, I give up. You wanna end up 6 feet under? Then pay me what I want. Fine. You got yourself a deal. Just tell the Don to lay off, will you? Короче, радиация попала до на Лукас еще когда он спермием был внутри ее чрева. Лицо у него просто. I know what you did, you son of a bitch. Да, кстати, Антич, с драконом полностью DLC прошел это. Ага. В ледяном застопрился сейчас, блин, это на это, где порталы эти закрывать надо, потом с портала еще один урод приходит. Ну там где-то еще 4 рыцарей освобождаешь, ну, да, короче, понял. Вот эти, да. Вот он жопный. Ну жопный там опциональный босс. Два котика? Ага. Ну вот, кстати, ну... А, там фантомов нет еще, небось, да? Рядом нет. С этими двумя котиками. Фантом есть, они в начале локации, ты с ними должен добежать через всю локу, короче. А, ну я одного, там один был. Ну,
странно. Вроде там двое должно. Там вроде еще один просто босс, где их двое уже. Ну, в шкалере, по крайней мере. Ну, я и говорил, да. Ну, да-да-да. Одинарный-то он еще ладно. Ну, да-да-да-да. Я там вот фантомчика к одинарному призвал, то тут заебал прыгать, как ненормальный. За мага хуй прицелишься. Привет, урод. Put the child down. Блин. Это из Mass Effect, короче, какая-то хуйня, как будто вообще. Да-да-да-да. You wanna play? Let's play. Типа я майн-контроль пытаюсь разорвать. Так погоди, а может что-то теперь не надо этого было делать? Надо. Не-не-не-не-не. Ну а, чтоб проиграть имеешь, да? Ну типа, ну... Тут есть остатка? О, Камиха, смотри! Сейчас, давай проверим, я не помню. Господи, это... Это такой палец на того стоит этот искусственный интеллект. Чё? А, кстати, на Карла могу переключиться. Но я не буду ничего делать. Давай смотреть, что будет. Все равно немного осталось, так что хотя бы разнообразием это концовками разными. Даже если гамовер тупо сейчас произойдет. А куда его несет-то, типа, к этой девке? Ну, к ребенку, да. А что ты можешь сделать, вот если ты сейчас... Ну, я могу выйти из этого, пойти в бункер этот, спуститься, остановить его. А. Ну зачем? Мы хотим, чтобы технологии его... победили. А, его все майн-контролят, да? Типа? Ну да, у него чип же в башке, да. Ага. И мы провалили вот этот КТЕ. Угу. Поэтому, да, технологии заполучат ответ в любом случае. Потому что Лукас по-хорошему, как он говорит, типа, я могу поделиться этим знанием вообще со всем человечеством. Типа, но мне кажется, что оно, мол, не готово. Угу. Потому что теперь он же самый умный, блин, там, блин, на районе парень. И чё он там, чё он присел-то, блядь? Ну, это драма. Охуенно. А, да, точно, пойду. Не время. Пиу! С двух рук по макету он с кем, блядь? Пиу! Вообще прекрасно. Hey, we can refuse service to anyone, got it? I love your food, but this town just ain't safe. Я на эту концовку только один раз проходил, это чисто ради интереса, что ж тут происходит.
I'm starting to get mad. Ой-ой-ой! Чё за пиздец начал происходить? Там звук, слышь, как залагал? Ага, ага. Пиздец, блин! PS2 не может вытянуть, блин, сраную... Такого, блядь, вот это знание, нахуй. Ну вот это уже 100% концовка. Видимо, всё-таки там... Нет, там другая какая-то концовка стопудово была, я помню. У Агаты вот это имею в виду, если что. Типа это же концовка, по идее, будет, просто она раньше происходит, но надо было отказаться, наверное. Ей! Что-то напоминает, не так ли, только снег еще. Добрый вечер. Концовка Фаренгейта плохая. А, нет, это не значит, что она была радиейтед, она не спускалась туда. А как жить вообще под землей, блин, там это, там ни животных, ничего это. Так она подходит к нему странно, как будто ёбнет его сейчас. Сань, ай, вот сейчас титры когда пойдут, мне просто интересно. Я могу вот сделать... Так, ну короче, да, стоп. Идем на другую концовку. Сейчас ачивки выбивать будем. Если это возможно. Я надеюсь, что дискоцены начнется, чтобы не продумали этот момент. Твою мать! Всё, никакого читерства. Окей. Так, а я могу выбрать чаптер? Да! Так, ну сначала в бонусы полезет. А чаптер, по-моему, откуда начинается этот? Это опять тебе ту битву надо будет проходить на крыше со всеми. Final Countdown. Не-не-не-не-не-не-не. Не. Вот, это здесь, в бункере прям. А. Так. Without save. With my current login, my current save game will be lost. Да. А то там можно второй профиль, типа, создать. Второй профиль... Бля, вот это, кстати, удобно для ачивок, опять же. Я просто могу выбрать нужный... Ну, все равно там с самого начала надо начинать, блядь, кстати. Но некоторые моменты можно так, это, типа, перекинуть на другой профиль. Здесь я, типа, вот по-другому проходить буду. Так можем... А, нет, блин, на крыше... Блин, нет, она такая смешная, блядь. Можно еще раз найти и на крыше пизделку и отказаться в этот раз этому искусственному интеллекту. Проверить просто, что там будет. Я чувствую их подарки. С каким? С главным героем? А, ну он умер, воскрес, типа. Ну да. Но он еще бомжевал там долгое время. Тоже в бегах был. Да не-не-не-не-не, он там он не разрушил же ее, на самом деле это видение было. Там на самом деле он просто изгадил квартиру, мне возвращаться невозможно. Он там пентаграммы нарисовал всякие, в Silent Hill мою ванную комнату превратил. Вообще, блин, урод. Мракобес. Хочется бутылку ему... об жопу разбить. Может обосрется. Эй,
И на S. Take my advice. Your restaurant ain't safe. Let me help you out. Your offer ain't worth my Прекрати. Ну спасибо, Маничила. Спасибо, что хоть не трахнул. Да, ну я опять не буду Шварценеггера шутку делать. Расскажи мне о мечтах. That hurt my hand. Мы легион. Не убит нас от рака. Ну да. Ну а почему-то любят часто давать его там помощницам всяким вот этим с искусственным интеллектом или помощникам мега сексуальный какой-нибудь голос. You dirty little kitty, yes you are dirty little kitty, да? Ну ладно, в этот раз я буду... Да, смотри, погоди, ты чё? Это не Гарли Ган? Ну да, ну ладно, сейчас смотри, короче. Просто в тот раз и заложил специально этот момент, чтобы за электроников пройти. Сейчас, смотри. Фух, он такой... Ками-ками! Я не шутил, да. Это Dragon Ball. Ой, что с ним происходит? Он закосплеил Йошимитсу, но немножко не сумел. Чё-то изи как. Иди, погоди! Погоди! То есть, вот сейчас мы его взяли, вот так ваншотнули, а в концовке плохой это... А, ну они знания же получили. Окей, да, ладно. Может, они из-за знаний стали более прочными, их невозможно уничтожить, а то там Лукас говорил, типа, вот, мы никак дамажить, типа, их не можем. Там лежит ребенок, но... Я не вернусь в тюрьму. Ща, ну тут вроде нету бонусных очков, да? Ой, господи. Так, ладно, ребенок. Сейчас Оракул придет, давайте ему всосем в этот раз. Я отнесу тебя. Знаешь, когда вот эти двое в одном кадре были, что искусственный интеллект, что вот этот Оракул, было ощущение, что они вот с Ревнуцкого сексуальный голос. Sexy for my love. Sexy for my love. Love is for my love. And I need to sexy for my shirt. Отличная песня. Что, ты хочешь это, поработить все человечество? Ну, вообще-то, да, это наш план. Я отдам ребенка. Я отдам ребенка? Ну да. Да. Держи ребенка. Хочу. Дайте мне ребенка, ребенка. Дайте мне ребенка, ребенка. Ну я должен был быть жирным блюдом. Чего? Ну это поза в Тони-Хоке, да, когда ты падаешь. Так, в этот раз она ему Чего, не Лукас, а ее? Да. Сейчас она ему рыгнет на ухо. Что он бы снял? Опять звук начинает лагать, вот почему-то на этом моменте. Что-то не криво туда. Нет, она говорила не отдавай. Don't give up the child. Don't do it. She's a virgin. And I've had him all over the world. She threw it all away to make me look ridiculous. Now you get the hell out of here. And if that Goomba tries any rough stuff, you tell him I ain't no band leader. Yeah, I heard that story.
Thank you for dinner and a very pleasant Короче, да, если Оракул получит, то вроде как все устаканивается, но никто не знает, типа, что будет в будущем. Вообще, это выглядит как будто, блин, не знаю, сцена из какого-то Человека-паука на PS2. Она всегда, блин, да, и она превратилась в грушу. Груша забеременела от Лукаса, он грустит, сидит. Не знает, как это Карля теперь объяснить. Секретная концовка, груша, главный злодей. Блин, было бы круто. Да. Смотрите, как они вот на самом деле это сэкономили. У них всегда и у него одинаковая анимация. Она всегда одно и то же самое спрашивает. И она всегда беременна. Да-да, он такой. Он просто это подышал ей в рот. Зато он всегда холодный, и летом можно об него охлаждаться. Вот они, чью лошадь голову отрезают потом. Ну это знак же, то есть. Блять. Но мы ее послушаем в другой раз. Потому что сейчас мы идем на третью концовку. Так, сейчас мне кстати интересное. Че? Ну и на самую хорошую, да. Я вот сейчас единственный момент хочу проверить через ачивки. Сейчас, так. Стоп, чё? Комплитный врачебный он hard difficulty, в пизду платину в этой игре. Че-че-че-че. Пизду. Да ладно, нормально. Тебе просто казалось, что она очень сложная на харде делать. Сейчас ты прошел и все нормально будет. Теперь. Сейчас, ты... так, а вот здесь. Lucas delivered Jade to the altar. А, ну это вот сейчас то, что будет. Сейчас. С кем дарка он полезет without losing life during where is the G. Блять, ну тут и, блин, еще. Эрк вы дефор. Ага, надо было уходить из своей полиции, короче. Ну это, блин, все изи тут, слава богу, это некоторые делается, но, блять. Че, я просто. А, ну ладно, нет, назад. Там потом просто дадут супер же эту карточку, на которой можно купить вообще все, блядь. Я только не уверен, что я все карты Таро собрал все-таки, это когда я... проходил эту вот сейчас игру. Жалко, это скипнуть нельзя. Блин, я бы хотел, чтобы Лукас спрыгнул бы сзади вот этого искусственного интеллекта и сказал «Hello there!» Он такой «Генерал...» Как его там? Лукас Кейн? «Генерал Кейн!» И достает 4 руки, у него там в каждой пололи. Он такой «Думаешь, это единственный ребенок, которого я спиздил?» И там битвы на детях начинаются. Тутерный укрутит, как генерал Гривус, он там как циркулярные пилы же сделал, там руками крутит, там из школьников. Блять, это вот реально смешная шутка была в суперблогерах. Это, ну, я говорил, там одна игра типа промыла всем мозги, все в педобиров превратились в этом мульте. Это и Мэтт с Хованским там таки строят из школьников пирамиду, чтобы призвать там какое-то ебучее зло. А у Хавана мозг промыт там, вот, и он говорит, наконец-то во имя нашего господина мы построили эту пирамиду. Мэттсон такой, что, во имя какого нахуй, блять?
И повелители, это я всю жизнь нахуй мечтал построить ебучие пирамиды сраных школьников. Мне это очень понравилось. Получаю нау. Ладно, все. Еще раз делал, конец. А, ща перекурю все равно с тобой эту. Я вернулся. Ты умрешь как динозавры, да? Это точно Шварцнегер. Знаешь, что убило динозавров? Метеорит. Неожиданно, правда? Бля, почему они его крик, ха-ха-ха-ха-ха? Проиграл, блядь, спалливый. Фокус смешной был. Tom couldn't wait, but he said you should meet up with him and make the best. Взять вот этот момент и подставить себе дубляж из Dragon Ball Z, и там Гоку где орёт Камехамеха, блядь. А, да, вспомнил, что здесь еще, чтобы получить карточку, да, нужно же титры до конца досмотреть, все-таки будет.
Тогда мы все купим. Вообще все купим. Либо ты прекратишь говорить с отрыжкой, блядь. Либо я ребенка укокошу прямо здесь. Мне нравится, что у него сначала злобная мина появляется, когда он говорит «гац», вот это, а потом он снова в улыбку переходит такой. А, так даже? Я забыл уже, хотя из него вырвется будет так какая-то. Ну ладно. Чё-то как ты. Ну окей. You ain't gonna report me to the health department. Go find another sucker. I ain't interested. Хор запел аж. Пафос подрублен просто. Шкала босса из Dark Souls должна появиться. Да, как вот крокодильчик, да, потом пизда вот это вылазит. Здесь тоже такая, а, это не моя финальная форма. Так я и стал Супер Сайеном, короче, говорит Лукас. Кого? Потому что она кот? Я не знаю. Да, я понял, да. Да. Хан. О, all endings еще. Значит, там нет все-таки концовки. Ну и хер с ней. Значит, я не так помню уже. Блин, ну вот это вообще вот странно выглядит картинка. Она очень выделяется из всей игры. Ну да, ну, вообще, блядь, береза какая-то. Странная. Какая нахуй береза? Сакура, скорее всего, блядь. Блядь, да ты заебал, мать. Короче, это он из горца спиздил. Там же тоже, когда остается один, он получает ультимативное знание, там, которое может там это использовать, там, чтобы типа человечество привести либо к охуительному прогрессу, либо нахуй послать всех. Чё может со старицы умереть? Блять, опять эта сцена, только теперь она сюда. Да, такая, ты так три раза же говорю, один раз, все одно и то же, на подходе к нему даже той же самой анимации. И причем здесь лето, она все равно в зимней своей одежде пришла. Он такой, я почти ее бог, я не знаю, что делать с моей силой. Сука, блядь, купи себе шмотки новые для начала. Ну да. Сейчас, блин, давай, Theory of Deadman с Синтамоникой. Ну зло вот офигенно вот это. У меня даже на звонке оно долгое время стояло. One Motion Capture Squad. Анимация вот разбития, а то он у тебя прям, видишь, так рассыпается.
Машинка Моника. Баскетбол. Шрифт такой просто всратый. Еще и в память о ком-то, блять. Мне понравилось, типа, это, спасибо моему сыну за все время, которое мы не провели вместе. Это как-то прозвучало интересно. Это... Странно, да, как будто он помер там. Как будто он наоборот, ему заебись был. Да. Да. Дал поработать. Я никогда тебя не хотел, да. Сын никогда... не вырасти таким же, как я, блять, боже упаси. Ах ты маленький, это пионер там говорил. Симпсоны, помню. Это боже упаси. Тут что-то тестеров как-то дохуя для того, чтобы вот как, типа, никто не... Хуёвые тестеры. Хуёвые тестеры. Кидай, так сойдет. У меня были бесконечные жизни, все норм было. No one smuggles anything in this city without paying tribute to the Corleones. I don't know. Байер? Байер? Да эти, чего? Чё за байеры, блять? Что за покупатели? Лицензиер Байер, то есть это, ну, чувак, который купил две копии, и чувак, который купил одну копию, да, там. Quality assurance. Это Atari все уже. Смотри, по одному продакт менеджеру в каждой стране. Текин стоит. Стоит теолог какой-то. You take control or... А, off, наверное. Жесть какая. Так, ну, две категории мы уже полностью вкачаем. Что там по прогрессу? А, кстати, карта есть все-таки, лол. Она недавно что-то появилась. Блин, там еще и стрельба на эту точность, блядь, не в пизду платят. Да, стрельба это жестко. Да вообще, в принципе, да, пройти на харде. Ну хотя стрельба-то, в принципе, тебе там, да, процент повысить надо. Угу. По времени ты успевал. Да просто запомни, конечно, где не появляется и все. О, я все-таки все карты Таро собрал. Скайдов, даже смотри. А, нет, Эври Таро карт. Блять! Да бонус. Блять! Значит, не все. Ну и хер с ним. Там мы бонусы покупать будем. Доки, интересный хера, доки. Продавец КМ. А, ну тут продавцы тоже обозначены. Апгрейд дробовика. Надо будет апгрейды поискать в следующий раз, короче.
Апгрейдики. Не, стой! Я не смотри. Ну и ладно. Тут просто модельки показываются, бля, они очень гордились нахуй ими. Да, же, да, как в Mortal Kombat. Блядь. Пизду. Я не хочу смотреть. Там есть забавные ролики хотя бы, их вот лучше поглядеть. Так. Sam's Dance. Во, вот это да, это вот про что я говорил вроде. Пота. Погоди, а это что такое? Это зачем? Ну просто что? Так. Как и Бушин на джутсу. То есть это в игре этого нету, да? Типа? Нет. Сам старик есть, и вот это все помещение, mm-hmm. все есть, да, это. Но сцен этих, естественно, нет в игре. Это прямо с Текана спиздили. Тудум. Так, а чё? Making of teaser. Motion capture. Setting. В голоса перта. Думаешь, там что-то хорош? Во, это сцена, да? Да. Вот, как она. Прям под матрицу старается трек сделать. В реале это выглядит намного лучше. Хотя должно быть наоборот, типа в играх же должно быть все прям такое. На сортире, да. Унитаз был тоже motion capture анимирован. Это, кстати, справа Дэвид Кейдж сам идет. Это он. Он трахнул его, да. Thanks. Enjoy. Да. Так. Ну это мы. Нет. Саундтрек покупаем. И ачивку. Привет. Я допрошел этого Фаренгейта. На какую концовку? На все. Все? Платина? Да. Не, платина здесь, тут есть условия пизданутые. Пройти на харде все, короче, надо. Нет. Чувак, у меня в ксеноверсе, блядь, платина, а не пушка. Отстань от меня.
Я в доту играл с тобой, блядь. Это вообще подвиг. Со мной вообще друг? Судя, я подумал, хтамист сначала пришел, а то, блядь, похож был сейчас. Чё Морган, РПГ? Чё Морган, да не... Я только играл с кучей. Морган. Когда он разрывал это, короче, связь между вот искусственным интеллектом и собой в этом бункере, да? Он собирает энергию так в руку, в две руки, а потом выпускает ее вперед. Это анимация, короче, один в один Камихамиха ебучая. Я тебе отвечаю. Я знаю. Так, насчет тут. А я не знаю, кстати, Борм, если что, будет тут? Я не знаю. Борм, ты если что, будешь тут? Я пойду спрошу, могу ли я поиграть тут. Ого. Надо спросить разрешение. Кого? У Кейджа? А. Хера ты там под каблуком. Так, а чё тут разве больше не было ачивок, чтобы купить еще чего-то? Ну, 59% ачивок выйдет-то. Лукас Тёрнхем селфи. А, это в начале гамовер схватить. Тайрон left his job and headed to Florida. Мне эту ачивку не дали. Так, сейчас я проверю, секунду. Search of... Нет! Нет! Warner. Так. Сейчас прочитаем по нему, какой-то... Так. Please don't kill me. Короче, это нужно, чтобы он это не в концовке типа уехал, вот это, ну, в развилке, а нужно, чтобы его так заебало расследование, чтобы он съебался. Такие дела. А, нужно это. 5 подряд еще этих, вот это не знаю. Ребят, мы можем попробовать стартануть, но я могу ливануть через 40 минут. Нет, ну, во-первых, это надо всех собрать там. Нет, не в РПГ, блядь, в тот. А, господи, боже мой. Вообще насрать. Вас я поведу в пятницу. В лес. Ебать. Ну чё, будешь делать? Вы в черви не собирали? О, аудиофил дали вон ачивку. И артсейл. Анти вот здесь он. Нету анти. Есть! Ты это не обманешь меня. Сам ты моя галлюцинация. Антик, ты ведь галлюцинация? О, 65%. Да, говори. Да? Да, говорит, да? Так, мне нужно перезагрузиться. Так, все выходим срочно, короче. Тут можно банки грубануть. Чего? Морган, похорони тебя. И он-то где был? Джанет был, да? Так, надо посмотреть, что могу у Моргана спиздить еще с аккаунта. Сейчас Beyond Two Souls только удалил. Ну как видео, но как бы не разговаривал. Ну как бы понятно. Так. Память, сколько у меня свободно на всякий случай. Ну нормально. Так. Чем и Якутс у него с... Макса Пейна на PS4 у него вроде нет. Сейчас посмотрим, что у него. Так, ой, амнезия. Ассасин.
Кого проходить по мейну? А, якудзу. О, Death Stranding. Сейчас пока. О, Diablo 3 у тебя есть. Куш, конечно, интересный, но грабить банки такую. Антик, ты же галлюцинация Борна, да? Я не знаю. У него спроси. Не знаю. Он не осознал еще себя, Борна. А, тут, короче, английская и русская версия Диабло у тебя вот этот третий получается, что ли? Английская и русская версия, это у кого? У тебя. Я залез тебе в ак сейчас там. Блин, я понятия не имею. Просто... Мне подбрось. Да. Тут просто, короче, знаю, одна просто по-английски, да? Я не знаю, есть ли там включён где-то в одной из некромант. Я они не помню, купил ли я его или нет. Они обе ультимейты, там типа все в одном. А там нету некроманта. Да, Ultimate Evil Edition, вот этот нет некроманта? Войди вниз нажми, он подойдёт. Так, некромант, ладно, сохранимся. Сука! В смысле вниз? Вниз нажми, мразь!